Утром 21 апреля в Одинцове по адресу Полевая, дом 2, на газовой заправочной станции произошло возгорание, а затем взрыв. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 10 часов 15 минут. В 10:22 на место пожара прибыли пожарные расчеты. Очевидцы говорят, что огненный шар и столб черного дыма был виден издалека. Горели две цистерны по 54 тонны каждая. Благодаря четким действиям оперативных служб пожар был локализован в 12:27. Угроза повторного взрыва тоже устранена. На месте происшествия побывал глава Одинцовского района Александр Гладышев, а также мэр города Одинцова Александр Гусев, его заместитель Вадим Сушков и начальник Одинцовского УВД Михаил Воробьев. Ну, здесь, вы знаете, у нас была газонаполнительная станция, значит, было два резервуара, значит, по 54 тысячи кубометров, они были на две трети наполнены. Ну, из-за того, чтобы произошла ошибка специалиста, который там сегодня работал, значит, произошло возгорание. Ну, одна из емкостей взорвалась, значит, вторая, значит, выгорела. Сейчас пожарные работают, значит, все, скажите, на месте. Вы видели те наши новые машины, которые мы купили в прошлом году, они вон все работают. И также видели, что работают наши поливомоечные машины Одинцовского ДРСУ. Ну, наши, они сейчас мы в аренду отдали в ДРСУ, которые, значит, мы в прошлом году купили к пожару. Вот они сейчас все работают. Руководит, значит, этим исполняющий обязанности МЧС Московской области. Просто счастье произошло, что в это время ехал патруль 10-го полка. Значит, и они все успели перегородить. То есть не было столбов, видите, нет машин, ни с той стороны нет, ни с этой машины, нет любопытных, нет ничего. То есть они умело перегородили все. Руководитель, это кто там работал, он подошел мне, доложил: Александр Ильич, нас было 12 человек, все мы вышли в полном составе с офиса, и все показал, куда они ушли и так далее, и тому подобное. Конечно, нужно очень жестко приходить, сейчас мы будем все проверять, я сейчас сказал. У нас еще есть одна такая станция, посмотрим. Ну, ошибка именно специалиста, который работал там. Произошло загорание на газонаполнительной станции, принадлежащей ООО «Газонаполнительная станция». В результате пожара, возникшей на цистерне для хранения пропан-бутановой смеси, значит, возникло горение. Значит, моментально это горение распространилось на вторую цистерну. Через некоторое время произошел взрыв первой цистерны. Значит, полностью произошло выгорание этих цистерн, выгорание пропан-бутановой смеси. Значит, административное здание, принадлежащее ООО «Газонаполнительная станция», значит, двухэтажный, выгорел второй этаж данной станции. Будет проведена проверка. И будет установлено точно, были пострадавшие, были погибшие. Но по предварительным данным у нас произошла уже, так сказать, ликвидация пожара, погибших нет.